Трактор «Беларусь-132» стал роботом. Ученые «Бугуир» создали разработку, которая упростит жизнь не только труженикам села. Многофункциональный мобильный робототехнический комплекс может тушить пожары, опрыскивать поля ядохимикатами, исследовать опасные объекты. Это все практически без участия человека. Мобильный робот может управляться дистанционно оператором, а также имеет режимы автоматического и полуавтоматического управления. Это значит, что оператор смотрит на картинку на мониторе, выбирает какой-то объект и выдает команду на действие робота относительно этого объекта. Выглядит робот как привычный глазу трактор «Беларусь», только внутри мехатронное устройство, бортовой компьютер, видеокамеры. Прилагается также свое программное обеспечение. Главное достоинство робота – цена – порядка 15 тысяч долларов. Зарубежные аналоги дороже в 8 раз. Наш проект является, по сути, пионерским. Он поддержан инновационным фондом Мингорисполкома и включен в государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Создавали роботы порядка 20 ученых, причем не только из Бугуира. И хотелось бы отметить, что участвовали специалисты не только старшего поколения, но и молодые ученые, даже магистранты. Ученые разрабатывали робота 2,5 года. Сейчас его тестируют, а совсем скоро проверят на деле в одном из подразделений МЧС. Анна Лось, Максим Максак, молодежное телевидение «Бугуир».